Телеканал «Первый Крымский» и компания «Русспорт» представляют уникальное реалити-шоу «Бои белых воротничков». Генеральные партнеры проекта «Бои белых воротничков» — телеканал «Первый Крымский» и компания «Русспорт». Официальный партнер – торгово-развлекательный центр «ФМ». Партнеры – магазин наградной атрибутики «Рекорд». Авиаперелеты от фирмы «Айсофия» и спортивный клуб «Неудержимые». Всем привет, это реалити-шоу «Бои белых воротничков» на Первом Крымском. Мы с вами по-прежнему Богдан Хмельницкий. Напомню вам, что наше шоу – это уникальный проект, в котором обычные люди пришли в спортивный клуб «Неудержимые» для того, чтобы в течение 5 недель заниматься смешанными единоборствами под руководством опытных тренеров и в конце проекта сразиться друг с другом в непримиримых схватках за право сказать «Я победитель». Половина срока, даже чуть больше, уже за плечами, и сегодня у ребят первые серьезные испытания. Сегодня полуфиналы здесь, в Симферополе, в ночном клубе «Магма». Мы увидим 14 поединков, 14 схваток. 28 смелых мужчин сойдутся за право выйти в финал. Ближайшие несколько серий будут посвящены именно полуфинальным поединкам. Итак, самые настоящие бои в реалити-шоу «Бои белых воротничков» прямо сейчас. Я Будилин Олег, мне 18 лет, я учусь в ТНУ на менеджера. Хочу показать хороший бой, пожелать удачи всем участникам, которые будут биться. Меня зовут Мухтерем Исмет, мне 22 года, работаю в Крымтеплокоммунэнерго оператором. Хочу пожелать всем участникам удачи и своему сопернику не поздоровиться ему. Just not happening. You can say what you want to your boyfriends. Just let me have my fun. Иди в ноги. Молотком стучи, молотком. Get out, going out on a late night. Looking tight, feeling nice, it's a cockfight. I can tell, I just know that it's going down. Бери за ногу, за ногу. Переводи их в борьбу. Пройди в ноги сейчас, пройди, дерни и пройди в ноги. Переведи. А ты не ногу убери. Отдай, забери ногу. Переводи. Check it out, going out on the lane. Приветствую вас. Меня зовут Арутюн Маломян. Я работаю в гостинице «Империал» администратором. Мне 22 года. Своему сопернику хочу пожелать удачи. Достойный парень.
Мне за честь сразиться с ним. Добрый вечер, меня зовут Пеняк Иван, мне 25 лет, маркетолог. Своему сопернику хочу сказать, что бой будет интересным. Спасибо ему, что он есть, и всем удачи. Не открывайся! Хорошо! Да, 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 да! Вот! Держи! Держи, Валя! Держи! Души! На душу! Меня зовут Айдер Ширинский, мне 24 года. Я очень рад, что принял участие в этом шоу. Здравствуйте, меня зовут Онищенко Иван, 26 лет, пока что безработный. На проект пришел, чтобы проверить себя на прочность. Ноги пройди. Впереди в гад. Ваня хорошо ведет. Движение. Раздергай и ноги пройди. Руки подними. Пойдет. И вот сейчас, вот оно, скидывай корпус на сторону. Корпус в сторону. Оттащи ему голову от себя, оттащи голову. Делай это. И не отпускай, дави физически, он устал уже. Хорошо. Давай, сразу.
Здравствуйте, я Смычек Александр, мне 22 года, телеоператор. Суганжиев Амзар, врач ветеринарной медицины. Это была первая часть полуфинальных поединков реалити-шоу «Бои белых воротничков». С вами был Богдан Хмельницкий. Увидимся. Генеральные партнеры проекта «Бои белых воротничков» – телеканал «Первый Крымский» и компания «Русспорт». Официальный партнер – торгово-развлекательный центр «ФМ». Партнеры – магазин наградной атрибутики «Рекорд», авиаперелеты от фирмы «Айсофия» и спортивный клуб «Неудержимые». Всем привет, это реалити-шоу «Бои белых воротничков» на Первом Крымском. Мы с вами по-прежнему Богдан Хмельницкий.